Согласно последним официальным данным, сегодня в России проживает более миллиона ВИЧ-инфицированных. По оценкам экспертов, еще около полумиллиона человек до сих пор не знают о том, что они инфицированы. Каждый год в России добавляют около 100 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. Наша эпидемия взрослеет. Более 80% впервые выявленных ВИЧ-позитивных в 2018 году были старше 30 лет. Отмечается упорная феминизация эпидемии. Большая часть заразившихся в России в 2018 году были женщины. 20 лет в России неуклонно растет половой гетеросексуальный путь передачи. А с 2017 года этот путь является основным, и с ним связан каждый второй случай инфицирования ВИЧ. Свердловской, Иркутской, Кемеровской, Самарской, Оренбургской, Ленинградской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской, Новосибирской областях, в Пермском крае и Ханты-Мансийском округе более 1% населения инфицировано вирусом. Среди мужчин в возрасте от 35 до 39 лет в России инфицированы каждый 30-й. ВИЧ-инфекция на самом деле гораздо ближе, чем нам кажется. Будьте информированы, внимательны и берегите себя и своих родных. Больше информации о ВИЧ и других инфекциях в следующих роликах на нашем студенческом канале «Инфекционный альманах».